Всем привет, с вами Флаттергрин, и сегодня у нас будет реакция на пони-страшилку, которая называется «Стук в окно». И, собственно, да, такое вот свечение прикольное, типа немножко синее как-то. Ну ладно. Что ж, давайте-ка сразу же начнем. Но перед началом хочу попросить вас подписаться на мой летсплей канал, который называется Flattergreen играет. Ссылочка будет обязательно в описании. Буду рад всем подписчикам. Так что буду благодарен. Так, давайте-ка начнем. Был один дома, в тихую безлунную ночь. Я ворочался, пытался найти удобное положение, но все равно мне было неспокойно. Что-то сегодня ночью было не так. Вот не люблю, знаете, такие вот темы, типа, ты пытаешься как-то заснуть, а у тебя просто не получается, и ты где-то до 3, до 4 часов утра начинаешь ворочиться как-то, тебе просто неудобно, и не то, что неудобно, тебе еще не может ничего присниться, чтобы ты мог как бы выспаться. Я ворочался и ворочался, пока наконец не нашел удобное положение. Я закрыл глаза, но не почувствовал большой разницы. В комнате было и так слишком темно, чтобы увидеть хоть что-то. Я лежал тихо и неподвижно, тело расслабилось, и разум затуманился, и я наконец был готов к необходимому мне отдыху. Окей, такое прям подробное описание, что я готов к моему отдыху. Вдруг тишина была нарушена, мои глаза широко открылись, а в голову сразу полезли страшные мысли. Почти без всяких сомнений, это был звук удара кулака по стеклу. Без всяких сомнений, при том, что он не посмотрел, ничего. Звук не был во время того, как он проснулся. Он сразу же понял, что это кулак в окно. Классно. Но нет, это не может быть. А зачем кому-то будить незнакомого человека у него дома? Подумай логически. Если кто-то хочет вломиться, то зачем ему стучать в окно? Они просто разбили бы окно, вломились в дом и наделали много шума. Либо пытались бы вести себя как можно тише. Зачем стучать? Монстров не существует. Я немного успокоил себя и мог бы просто посмотреть в окно, но я отвернулся в другую сторону. Я слишком напуган, чтобы повернуть голову, боясь увидеть свой самый большой страх за окном. И все же, что это может быть? Может быть, пара птиц ударились мне в окно? Это слишком неправдоподобно. Может, это какие-нибудь детишки гуляют ночью? И стучат? Детишки! И по слову детишки надо было обязательно какого-то рандомного черта вставить. Чтобы повеселиться. Это возможно. Давай еще подумаем. Может, это все мое воображение? Может быть, я услышал обычный скрип в доме, и моя паранойя превратила его в стук? Окей, я понял. Это даже сделали как слайд-шоу, то есть... Это даже не монтировали. Просто включили запись, включили звук этого рассказа и просто перелистывали. Ой, шо я. Нет, определенно это не мое воображение. Эти чертовы дети постоянно шалят. Они не сдадутся, пока не получат какой-то реакции. А может быть, какой-нибудь ужасный урод стоит на улице, который только и ждет, когда я выйду, чтобы напасть на меня. Не будь параноиком. Кроме того, он снаружи, а я внутри. Пока я не услышу треск стекла, я знаю, что я в безопасности. Монстров не существует. К тому же, я еще не совсем сюда переехал. Может быть, эти дети поймут, что я крепко сплю и оставят меня в покое. Нет, это не могут быть дети. Ни один ребенок не будет так долго ждать. Только ради того, чтобы разозлить кого-то. Им бы просто стало скучно. Ты просто не знаешь нынешних детей. Они будут ждать сколько угодно. Я не двинусь бы дальше. Но что это тогда? Почему серийный убийца из всех людей на свете выбрал именно меня? Подумай логически. Монстров не существует. Не будь параноиком. Они снаружи. Я внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. И повторяет одно и то же, боже мой. Но если это не монстр и не убийца, тогда кто? Просто притвори, что крепко спишь, и может быть он уйдет. О боже, я не могу не думать об этом стуке. Я ненавижу этот непрекращающийся стук. Пожалуйста, уходи. Оставь меня в покое. Я теряю надежду. Кто бы это ни был.
Он собирается зайти внутрь и сделать со мной что-нибудь ужасное. Выдохни. Теперь сделай глубокий вдох. Я ощущаю, как сердце выскакивает у меня из груди. Просто расслабься. Монстров не существует. Помни, они снаружи, ты внутри. Помни. Пока не услышат треск стекла, я в безопасности. Конечно. Повторяй это. Не позволяй страху победить себя. И сейчас обязательно будет треск стекла. Вот я просто отвечаю. Просто делай вид, что спишь. Не шевелись. Помни, они снаружи, ты внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Монстров не существует. Просто делай вид, что спишь. И молись, чтобы это закончилось. Пока не услышит треск стекла, я в безопасности. Он плачет? Слезы начинают стекать по моему лицу. Монстров не существует. Монстров не существует. Они снаружи, я внутри. Пока не услышит треск стекла, я в безопасности. Я больше не могу этого носить. Я сойду с ума, слушай этот стук. В конце концов, если я посмотрю, кто там, я успокоюсь, сделаю глубокий вдох и повторяю себе еще раз. Они снаружи, я внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Я делаю еще несколько вдохов. Мое сердце стучит с такой силой, что готово вырваться из груди. Я медленно поворачиваю голову к окну. Мое сердце останавливается. И я слишком напуган, чтобы кричать или пошевелиться. Я повернулся к окну и увидел бледную фигуру со светящимися глазами, смотрящими сквозь меня, прямо мне. Почему у него черные тогда глаза, если ты говоришь, что у него светящиеся? В душу. Ужасная ухмылка расползается по его лицу. Все это время оно стояло внутри, стуча в мое окно. Так он просто внутри стоял? Странная на самом деле страшилочка, но что есть, то есть. А пишите тоже, на какие вы вообще хотите, чтобы я делал пони страшилки реакции. Что вы хотите от меня еще увидеть. С вами был Флаттер, всем удачи, всем пока.